Все мы хотим, чтобы Бог всегда был с нами. В каждой войне народы считали, что с нами Бог. Даже у нацистов на пряжках ремней было написано «С нами Бог». Сегодня русские тоже думают, что с ними Бог. Известно, что Тора – чертеж мира. В ней есть информация обо всем, что происходит в нашем мире. С начала войны в Украине были обнаружены слова, удивительно совпадающие с названием стран Украина и Россия. Они упоминаются в книге Таилим, Псалом 50, стихи 15 и 16. Вот что сказано про Украину. «Украине бейом цара, призови меня в день бедствия. Я избавлю тебя, а ты прославь меня». «Велараша амар элоким, преступнику же сказал Бог, незачем тебе перечислять мои уставы и произносить слова союза со мной. И в этом есть указание для каждого из нас. Очень важно помнить о ключевой роли Всевышнего в победе Украины. Слава Богу, слава Украине!»